Всем привет, народ! На связи Митрошник Иванович, и это видео должно быть обычным. То есть мы должны кататься по Дзержинской линии новосибирского метро. Но все пошло не по плану. Что-то у кого-то отваливалось, ну, отцепливалось. То вагоны вообще ходили ходуном. В общем, вы все сами увидите. Ну а я вам желаю приятного просмотра, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Поехали. Че, мы едем? Да погоди, вступление надо же записать. На какой станции Телс? Я опять на той же. На Саратовске? Или как? Ты в Саратовске? Много не плакать хочется. Ну, вы уже все, вы уже посрались. В общем, все заткнитесь. Ладно. Всем привет, народ. Да блять. К тому же у нас какой-никакой уже будет трафик. Да. Сейчас. По Дзержинской линии новосибирского метро. Да, на канале уже было покатушки, но все же почему бы не записать второй раз? Да еще покатаемся уже с друзьями. А это будет Tails и Dazzers. Ну, там уже будет какой-никакой трафик. Поздоровайтесь. Привет всем. Я Tails. Да ну нахуй! Это кто? Привет. Здрась. Можно уже начинать. Ура! Спустя час. Ура, побега. Я посигналил. Информативная. Полезная информация. Пассажиры были. Чё? А ничего! Пошел нахуй! Чтобы пассатые жиры были. Пассатые жиры? Пассатые жиры? Да. Боксаны жиры. О, Дазрекс. Пассатые жиры. Я Дазрекс. А ну нахуй! Это кто? Да ну! Я уже к этому... Эти... Ну, блять, как их? У меня реально телефон армянин. Ты больше не армянин. Армянин, точнее. Армянина? Идем за последним вагончиком. Ладно, пофигу. Я, кстати, я не знаю, у меня запись включена, сейчас я тоже записываю. И у меня разговор... Ой, я не буду играть! Твою мать! А ты посмотри, Иван. Ща. Да блин. Лагает. Сейчас посмотрим. У нас тут на одной станции две аварии. Блять! Задрали! Я это просто тупо вырежу. У меня вроде проблемы закончились. А, нет, они только начались. Да потому что я еще не сел в кабину. Тебе два вагона переспавнивать, блядь. Твою мать! Говорю, лучше в новый поезд заспавнить. Да, блядь. Это реально какой-то грисмод. Грисмод с МТАПком. Иди без остановок, так как машинист принял основу. Ура!
Ну, Это это маршал маршал Покрышкина. Крышкина. Покрышкина. Сам ты Крышкина. Я знаю то, что там это. У меня задержка. Какая? Месячная у него, понимаешь? Один вагончик отстал. Отсталый вагончик. Иван, когда в Москву приедешь? Ты вроде уже можешь. В смысле? Давно. Давно. Ну, а тебе 14 лет? Мне уже 16. 16 лет исполнилось. Мы как раз его отвечали. Ну, когда ты можешь кататься уже по городам. Так а ты ему денег дай. Да. Ну, он зарабатывает. На жилье, на транспорт. И вообще на поездку. А, еще на еду. Короче, я устал. Давайте пока. Да блять.